64 объекта в историческом центре Казани полностью готовы. Больше сотни еще в работе, сказали в столичном исполкоме. К мэру пригласили хозяев зданий. Обсуждали и ремонт, и строительство. Выяснилось, что некоторые торговые и административные объекты могут и не появиться. После того, как утвердили новый проект охранной зоны, многим пришлось снизить этажность. Инвесторы засомневались, окупятся ли траты. Есть такие, что отказались от дальнейшего возведения. Были вопросы по реставрации. Огласили целый список тех, кто к ней даже не приступал. Кивали на нехватку специалистов и бюрократические проволочки. Один человек пожаловался, что 10 лет не может получить свидетельство о собственности. Я понимаю, когда собственник с другим собственником судится, там этот один вопрос. Но когда с нами, мы с одной стороны требуем, чтобы он быстрее дом приступил, с другой стороны он с нами судится. Это что за абсурд такой? Формальное, но неформальное. Вы снимите все эти формальные. Лето же прошло. Да, кто-то не там запятую поставил, квадратные метры не сходятся. Поэтому сейчас я, вот к вам у меня вопрос есть. 3 месяца прошло.